Почти ежедневно в Соликамске растет число водителей, получивших штраф за нарушение ПДД. И, как показывает статистика, не все спешат их оплачивать. По итогам первого квартала 2017 года на водителей Соликамска за нарушение правил дорожного движения наложены штрафных санкций на сумму более 8,5 миллионов рублей. Неоплаченными на данный момент остается более 50%. Пока самый большой штраф, который могут выписать сотрудники ГИБДД, это 30 тысяч рублей. Получают же его водители за то, что после употребления горячительных напитков сели за руль. Всего в Соликамске нетрезвые водители нарушили на сумму более 4 миллионов рублей. При этом 2 миллиона 800 тысяч до сих пор не оплачено. Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов было принято решение проведения совместных мероприятий. Это не только рейдовые мероприятия на дорогах, где мы останавливаем водителей, проверяем их на наличие неуплаченных штрафов, задолженности, но это будет адресная проверка должников. Будем посещать должников по месту жительства, выяснять причины несвоевременных оплаты и взыскивать задолженности на месте. Либо судебные приставы будут изымать имущество на сумму долга. Такие проверки начнутся уже с 24 апреля. Напомним, соликамцы будут проверяться как на дороге, так и дома. Так что если у вас есть долги, то заплатите их и живите спокойно.